собственно, сейчас мы пришли в парк Паланги. Это ботанический сад. Можно сказать, ботанический парк Паланги. Даже вот так правильнее будет сказать. И сейчас вы видите на своих экранах музей янтаря, который здесь расположен. Сам парк по себе очень красивый, очень убранный. Здесь даже, как я говорил, ездят роботы, газонокосилки чистят. Я такого еще не видел в парке. Но оно того стоит, чтобы сюда приехать. Парк очень-очень огромный. Так что в Паланге есть не только море, но и замечательные парки. Вот здесь есть замечательное место, где можно сесть, посидеть. Да, по-моему, в этом парке очень много замечательных мест, где можно сесть, посидеть. Итак, обещал же я вам рассказать о самой конференции. В общем, конференцию организовала Каунский технический университет. Проходит она, можно сказать, в конференц-залах вот этого отеля. И конференция довольно-таки хорошего международного уровня, поскольку больше всего мне запомнились, что есть представители из Америки. Ну что, вот конференция и окончена. Ну, теперь 5 дней в Паланге подошли к концу и будем собираться домой. Здесь было очень хорошо, но уже сентябрь и нужно начинать работать. Всем доброе утро. Сегодня наш последний день в Паланге. И я хочу показать вам, как выглядело место, в котором мы остановились. Нашли мы его по букингу, конечно же. И давайте начнем со второго этажа. Так, это получается такой двор. Здесь парковка, там есть батут для детей. Внутренний дворик и место для посидеть. Есть там столики со стульями, с накрытиями. А мы сейчас находимся на втором этаже. Здесь у нас комнаты. Здесь получается 3 комнаты. Вот. Одна. Здесь наша комната. Я ее покажу немного позже. И здесь есть еще туалет. Вот такой вот. Ну, все чисто, все убрано. Комнат здесь много таки довольно. Есть на первом этаже и есть в том домике комнаты. Так, спускаемся. Так, поворачиваем. Здесь у нас есть душ. Сейчас я вам его покажу. Так, здесь такая вот предбанник, как называется, и здесь сам душ. Вот так вот. Здесь душ. Есть теплая вода, все отлично. И здесь немного дальше столик для покушать и сама кухонька. Автоматический свет. На кухоньке здесь пока стоит еще газовая плита. Есть холодильник, микроволновка. Есть посуда необходимая. Здесь ложки, вилки, ножи, куча тарелок. Также здесь есть кружки, стаканы. И некоторая посуда есть. Есть сковород. Терки, кастрюли большие. Ну, здесь плохо видно, здесь огромная кастрюля прям стоит. Здесь еще есть кастрюля, и вот мы готовим кушать сейчас. Соль, перец,
такое тоже все есть. Ну и давайте покажем сам дворик. Вот так он выглядит. Здесь парковки. Доброе утро. Собственно, сам хозяин наш хороший. Очень все понравилось. Рассказываем про ваш домик. Что все понравилось. И еще приедем обязательно. Людей приглашаем. Так. Здесь у нас есть место для посидеть. Здесь довольно тихо, спокойно. И, ну, хоть даже здесь есть и дети, но атмосфера очень-очень хорошая. И что нету у большинства других домов, здесь есть вот такая спокойная тихая территория, где можно посидеть, отдохнуть. Там также есть столики. Вот. Видите? И, ну да, я покажу вам и саму улицу. Кстати, еще одним большим плюсом именно здесь остаться, это хорошая цена. Очень хорошая цена. И очень близкое расположение к морю. То есть к морю, если подойти, вот мы уже на улице, можно сказать, да? Мы уже на улице, вот этот дом. Это Нерингас 22 улица. И чтобы дойти к морю, нам нужно всего лишь ничего пройти вот этот маленький лесок. Здесь примерно по Google картам я смотрел 500 метров. Всего лишь 500 метров и вы у моря. Так что впечатления. Давайте расскажу свои впечатления. Заселились мы 4 дня назад. Примерно в 2 часа дня. Все это у нас заняло примерно 10 минут. Мы прям сразу сюда приехали. Хозяин был на месте. Все нам показал, рассказал. Конечно, ну, то есть каких-то дополнительных вопросов у меня за все время пребывания ни разу не было. Соседи тоже хорошие. Комнатка на втором этаже. Сначала я думал, что будет чуть-чуть некомфортно, прохладно или что-то типа того. Но на самом деле было довольно-таки тепло. Мне очень понравилось то, что было окно в небо. Я никогда не ночевал в комнате с таким окном. Что еще? Каких-то проблем не было. Парковка для машины есть. Это огромный плюс. Потому что в Паланге вся парковка платная, где бы вы ни были. Нужно платить деньги. У нас была парковка, мы ставили здесь машину. Что еще? А, так как мы приезжали на конференцию, мы с собой практически ничего не брали для моря. Также попросил хозяина пледик, и он нашел нам плед, и мы смогли воспользоваться им, посидеть возле моря, посидеть, полежать возле моря, потому что у нас ничего не было. У нас были только рюкзаки и там какое-то очень-очень маленькое покрывало, куда можно было просто только сесть. Но у нас получилось даже полежать. Что еще? Ну, что касается жилья, пожалуй, все. Рекомендую. Однозначно напишу отзыв, конечно же, на Booking. Рекомендую вам. Ссылку я на этот объект размещения оставлю в расписании. Приезжайте, говорите, что посмотрели ролик. Возможно, хозяину будет приятно. Ну и, конечно же, мне будет приятно, что моим советом кто-то воспользовался. Пожалуй, все. Сейчас мы собираемся, готовим кушать в дорогу, потому что ехать почти 4 часа. Мы еще хотим зайти на пирс, попрощаться с Палангой. Поэтому до встречи. Ну и вот, собственно, покажу комнатку, в которой мы жили. Вот такая маленькая комнатка с таким интересным окном. Первый раз я в такой комнате жил. Мы первый раз в такой комнате жили. Здесь кровать, она довольно удобна, матрас очень удобный. И одеяло, оно прям длинное. Мы одеялом никогда даже не делились.
Также здесь есть телевизор, но мы им ни разу не пользовались. Из окна кого интересует вот такой вот вид. Но то, что он выходит в соседний двор, ничего не означает. Было, ну, всегда было тихо и спокойно. Мы один день даже до 10 утра поспали, выспались хорошо. Здесь есть комод и вот такой вот шкаф маленький. В принципе, все, что нужно для проживания на море, здесь есть. Вот так. Взяли мы в аренду такой мопедик. Электроскутер маленький. Да, электроскутер. И катаемся по Паланге, по улочкам, дышим свежим воздухом. Уже съездили на пирс, сходили на пирс. Сейчас уезжаем в Часовню. И вроде как на тоже на вторую улочку, там торговая улочка и класс! Это лаванда! Едем по велосипедной и ничего не нарушаем. Вроде как. Почти. Ну да, вот там нельзя. Да. Подглядывает.